А пока в Пензе ждут уникальный поезд Победы, наука в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция будет работать 1 и 2 июня на главной железнодорожной станции областного центра. Это единственная в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе. Каждый вагон в составе поезда музея рассказывает о событиях в период с 1941 по 1945 годы. Часть экспозиции носит мультимедийный характер. Особое внимание уделено научным открытиям и достижениям советских ученых, которые внесли весомый вклад в победу и развитие мировой науки в целом. Чтобы посетить выставку, нужно заранее пройти регистрацию на официальном сайте проекта, который откроется 30 мая.